Вот, снимаем. Пошла запись. Горит дом частный. На улице Долотной в Советском районе. Кстати, мы с матерью вызвали пожарников. Не знаю, скорее всего, подожгли. Ну, а может и поджог был, кто же его знает. Пожарники приехали быстро, тушат. А ты говоришь, что не надо звонить. Ну да. А я такой не понял сначала, что действительно тоже ярко. Да не мешают они ничего, нормально, нормально. Может быть, действительно еще кто-то вызвал. Но приехали сразу после нашего звонка. Жалко, что у камеры зум плохой. Плохо видно в ночи. Ну-ка, включи свет, может получше будет. Все уже потушили практически. А там еще включилось. Вот те лампы. Ага. Ну вот эти выключи. Нет, ту, которую сейчас включила. Вот эти, да. А вот так вот оставь. Да подожди 100%. Чтобы построить новое здание. Ну да. Слушай, а я думал, они будут тупить. С того конца. Видишь, как профессионально все объяснил, куда ехать. Думал, что они с того конца заедут. Без меня бы сейчас бы сгорело давно. И это никакая не шутка. Значит, ты считаешь все-таки, что это проводка, да? Слышь, мать? Тоже не знаю, вполне это возможно. Нет, подожди, если никто не жил, как же тогда загорелось? Что-то не сходится. А помнишь, там дальше тоже подожгли, примерно год как раз назад. Да. Вот, ты видишь, открытый, потушили, сейчас тлеет. Порошком надо залить. Я же говорю, что керосином все подожгли. Я же тебе сказал, что это поджог сразу. Это поджог, что это наглые коммерсанты. Да.
Вижу, вижу. А видишь, вон один МЧСовец с фонариком ходит, видишь? Зеленый фонарь, видишь, виднеется. Командир, наверное, я не знаю. Знаешь, хорошо, что ночью горит, а то ведь так иначе не дозвониться было бы. Ну, линия просто была бы занята. Ну, хорошо, хоть как в Кемерово. А вон, ты видишь, еще двое пошли куда-то. Машину отгонять будут, что ли? А, они пошли, наверное, этот пожарный гидрант искать. А, точно, слушай, они же меня доперло, они же что, там же это, же лэп или как там? Точно, в той стороне. Они пошли смотреть точно проводку. Две машины или три? Две. Ну я. Мне две виднеются. А может и три, да. Как бы нам весь район сейчас не обесточили. Вот, все, потушили почти. Слушай, а до меня только сейчас доперло. Там же, да, там же этот. Ну как же, блин, этот самый не лэп, вот, не высоковольтный, а вот эти, которые там заземляют. Что ты говоришь? Чтобы построить новый дом, да. Ну как нельзя там построить, чуть дальше тоже. Ну да. Но это пока не здесь. Ну все, что справились. Эту ты наколдовала. Но, да, лучше много, чем ни одной. А чувствовалось, кстати, что здесь прям окно открыл и прям чувствовался жар. Вам не видно, но сейчас двое пожарных идут кромешной в тьме куда-то. Идут дальше смотреть. Что смотреть, я не знаю, не знаю. Не буду пока вмешиваться в профессиональную работу спасателей. Но как только надо будет, сразу вмешаюсь, понятное дело. Там еще костерок горит. Эх, кто понос, то золотуха.
Потушили. Потуши. Yes. Главное, действительно, дождь шел. Люди спали, и мог перекинуться пожар на наш дом. Ну чё, всё, он... А, он тушит. Трое. Да я же говорю, поджог, блин. Вот не знаю, действительно, что-то в последнее время владельца того дома я не видел. Хрен он там знает, сгорел, не сгорел. Ну, скорой не видно, значит, там никого не было. А иначе бы пожарники скорую вызвали бы. А может, уже сгорел, уже патологоанатому вызывать придется. Кто же его сейчас знает? Ну, а там, блядь, да, ну, да. Капешаться. Все, потушили. Сворачиваются. Что-то вот пожарные еще куда-то идут, вот непонятно, что они проверяют. Проводку, может, следы поджога, возможно, но пока не ясно. А, ну вот чуть-чуть, это костерок буквально, да, там чуть-чуть осталось. Слушайте, ну действительно, если там трое пожарных куда-то идут в другое место, где пожар, значит, действительно ищут следы поджога. А, я понял, они никак не могут вот это войти в избу, чтобы там клинья подключили по ночам. Да, ясно. Но я думаю, что они это сделают. Посмотрим, что дальше будет с этой историей.